Вот продолжение по поводу этих полевых мышей. Значит, вот это у меня абрикосина. Это выращенная с косточки. Потом мне понравился сорт. Назвал его Ольгину. Пересаженный, в смысле, привитый на сливу. Вот. И у меня для прогона существует дерево. Вот тут привито ваше. Жардель мелитопольский. Вот тоже для прогона посмотрю. Вот. Что у меня с ним случилось? В прошлом году после цветения... А, в этом году, после цветения, на него опять эти мыши, тут рядом вот соседи, соседний участок, неухоженный, они оттуда идут, эти полевые, дальше вот лесок у меня, и оттуда, вон там, а вы напали на него водяные, это, мышь, как она, водяная полевка. Я подхожу, дерево вижу, что в плохом состоянии, листочки, цветочки, все повяло, я так стал его качать, вот так качаю, а оно еле держится. Думаю, ну что, дерево убили. Ну, что я, чем я рискую? Решил его спасти. Конечно, все эти норы я нашел. Сразу надо было мне отсюда их прогнать, назад на этот участок. Я залил это зелеными эти удобрениями. Ну, там бочка с вонючей травой всякой. И не разводил, как это положено, 1:20, а прям вживую. Это вонючая страшная штука. Значит, мне прогоню их. А потом думаю, ну что, жрут, потому что миски нет. Смотрите, вот вена. Вот, толстые ветки все порезал. Вот, это все это мой. Вот отрез. Отрезал. То есть оно все совалось, вот оно. Вот, думаю, ну, дерево пропадало. Конечно, держали с листом. На этом тупольский. Ну, я его не уничтожил, конечно, естественно. Вот. Ну, и что вы думаете, в связи с тем, что я все-таки этих... Ну-ка, появилась мощная. Говорят, разводить надо, мол, не все употребляется, но вреда точно не будет. Мышей все-таки я прогнал. И смотрите, какой прирост. Смотрите, я дерево спас. Не знаю, конечно, сколько оно тебе проживет. Корни все-таки были... самое, раны все открытые, это земля, это зараза могла быть всякая. Ну, иммунитета дерева хватило. И вот, мощный прирост. Конечно, плодов в этом году я не получил, но в связи с тем, что все-таки, да, вот, полно этих цветочных почек. Если я, скажем, не будет второй раз такой напасти следующим весной, то, конечно, она даст плоды. Потому что дерево-то уже серьезное. Сантиметров 8, наверное, уже в штамбе диаметр. Вот такая вот история с этими мышами. Спасти дерево можно. Любят абрикосы, любят грушу. Также следующее по списку у них идет яблоня, персики. В последнюю очередь слива. Ну вот здесь именно слива, потому что она на краю участка. Это первое, что им попало под зуб.